Рамонт дорог, жилевые питания и водозабеспечение. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел у Лельчицах особистые приемы, промыл телефонную линию. Жихарка агрогородка Ударная поведомила по телефоне, что у населенном пункте начали проводить водопровод. Пробурили сведровину, однако работы спынились. По словам представников мясовых уладов, объект готовы прикладно на треть. Одна грошей, как завершить работы, нема. Юрий Шулейко запевнил, вода будет. У вас вода будет. Будет вода. Найду деньги, будет вода. Договорились, спасибо. Но надо еще как минимум месяца три. Никуда я не денусь. Деньги, найдем мы эти деньги. Питание водозабеспечения и якости воды хвалюют так само жихаров Буйновичев и Тонежа. Доручение мясовым уладам и представникам жилево-коммунальной господарки в области. Проанализовать каждую ситуацию, где есть махчимость, поскорить вырашение проблемных питаний. В Лельчицах действительно уже давно существует это полесье, глубокое полесье, существуют вопросы с водоснабжением, это большое содержание железа. Деревни достаточно имеют и большую численность, они протяженные. Есть, конечно, сегодня проблемы и с грунтами. Я объяснял, что это болота. Сегодня в области существует программа. Она существует, естественно, приходят истоки ее и от районных властей, и пожеланий жителей по качеству воды. Значит, заявители этих деревень мы кое-что ускорим. Несмотря на то, что план есть план, но есть объективная необходимость, мы на это имеем право. Жихарка Лельчица упаскардилася на дрэнный стан дорожного покрытия на улице Першамайской, а так само на санитарный стан водостоков, которые некоторые мясовые жихары выкористовывают у якости канализационных. Грейдирование дороги проведут в ближайший час. Пытание водостоков так само вырашать. А кроме того, жихаров Гомельской области под час приема и телефонной линии хвалявали жилевые и земельные пытания, а так само працоўныя адносіны.